Еще одно смертельное ДТП также произошло в воскресенье. Примерно в 6 часов вечера водитель «Шкоды» в районе дачного кооператива «Виктория» сбил мужчину. 53-летний пешеход скончался на месте аварии. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Вместе с погибшим был его друг, он тоже пострадал, но несерьезно и отказался от госпитализации. Как стало известно нашим журналистам, водитель, который ехал на дачу, был пьян. Алкотест показал 1,27 промилле в парах выдыхаемого воздуха. Отмечу, что установленная законом норма 0,16. Таким образом, мужчине, управлявшему «Шкодой», грозит уголовная ответственность и срок от 5 до 12 лет. Два пешехода шли в попутном направлении, а пешеходы должны идти по другому направлению. Возможно, бы и не произошло данное происшествие. Поэтому хочу попросить всех, потребовать, как главный государственный инспектор по городу Сургут, что уважаемые жители, гости, необходимо соблюдать правила дорожного движения не только для госавтоинспекции, но и в первую очередь для сохранения своей жизни и здоровья.